Обращения жителей с просьбами по большей части касались льготного обеспечения. Ольга Валентиновна Дмитриева – инвалид второй группы. Живет в Воскресенске, но прописана в Тверской области. Женщине необходим бесплатный проезд. Но юридически так устроено, что эта льгота положена только тем, кто зарегистрирован на территории Подмосковья. У любой истории есть предыстория. Это часто выясняется в ходе подобных встреч. Вопрос оформления льготного проезда вскрыл другой, возможно, более важный. Вопрос наследования недвижимого имущества. Вам нужна юридическая консультация по тому вопросу, как вам быстрее можно получить возможность либо у брата зарегистрироваться, какой документ с ним соглашение составить, что вы не претендуете на долю, вам нужно просто постоянное место жительства. Прописка, верно? Прописка, да. Вот. Либо юридическая консультация по вопросу вступления в наследство от вашей дочери. Зоя Ивановна и Луиза Ивановна – давние подруги. Даже на прием пришли вместе. Веселые, жизнерадостные пенсионерки обратились с двумя вопросами, которые будут интересны для многих. Первый – это бесплатное зубопротезирование. Очередь на него большая, на то, чтобы получить услугу льготно, уйдет немало времени. Крайний срок – 3 года, но ради дорогостоящей процедуры многие согласны подождать. Зоя Ивановна, пойдете в стоматологическую поликлинику, в 320-й кабинет, возьмите там справочку на бесплатное зубопротезирование. Мы вам поможем зарегистрироваться на портале государственных услуг, либо в многофункциональном центре, либо в банке Возрождения, либо в торгово-промышленной палате. И наши сотрудники помогут через портал госуслуг поставить вас на очередь на зубопротезирование. И мы надеемся все-таки, что наши доктора сделают вам хорошие протезы. Ну, на самом деле, это федеральная льгота. Финансируется у нас федерального уровня через, соответственно, областной бюджет. Достаточно большое число получателей, но на Воскресенский район, как мы слышали сегодня в ходе приема, выделено на год более 12 миллионов рублей для того, чтобы протезировать зубы именно льготной категории граждан. Эту социальную услугу сейчас можно получить в Воскресенской стоматологической поликлинике, которая ведет соответствующую очередь, прием по этому направлению. И согласно очереди, когда подходит время и возможность тому или иному гражданину, который имеет право на получение социальной услуги, установить эти протезы, врач, работают у нас 4 врача по этому направлению одновременно, врач приступает к работе с отдельно взятым гражданином. Второй – это вопрос санаторного лечения, тоже не менее актуальный для тех, кто вышел на пенсию. Есть закон о социальной помощи, которым определены категории граждан. Это малоимущие граждане, это граждане, имеющие, например, инвалидность и так далее. То есть целый ряд льготных категорий, кто имеет право на бесплатное получение санкурпутевки. Также хотелось бы отметить, что государство предоставляет право гражданину отказаться от получения этой льготы и получить денежную компенсацию. Не обошлось на приеме и без вопросов по теме ЖКХ. Лидия Михайловна Орлова несколько месяцев пытается выяснить, как ей осуществить процедуру перерасчета. Дело все в том, что есть сложности в формировании файлов, но это зависит не от нас. Вот сейчас для того, чтобы ваши мысли пришли в порядок и вам дали конкретную распечатку и конкретные сведения по вашим выплатам и по нашей компенсации, я вас сейчас направлю к специалисту социальной защиты, кто непосредственно этим занимается. Это Безверхова Лариса Владимировна, кабинет 19. Она вас будет ждать, и даст вам все подробное описание и рассказ о том, что как происходит и почему так происходит. Всего за время проведения тематического приема рассмотрены обращения 9 человек. Среди пришедших была семья из Луганска. Мужчина вместе с дочерью и внуком после начала военных действий перебрались в Россию. Они получили гражданство и сейчас пытаются добраться до Курганской области, где проживает их родственница. Однако испытывают серьезные финансовые трудности. Им решено оказать необходимую помощь. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.